21.2.0106.07.2018. Обновлено. 21.41.06.2018 года. 503.024 Москва, 6 ю, РИА Новости. Проект закона о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для должностных лиц внесен в Госдуму. Следует из электронной базы данных Нижней палаты парламента. Изменения вносятся в статью 18 о ВЗЕ о мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ депутатом Госдумы от «Справедливой России» Александром Терентьевым. Законопроектом предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации следующим категориям граждан: высшим должностным лицам субъектов РФ, руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, гражданам, временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта РФ, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, главам муниципальных образований, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, главам местных администраций, осуществляющим свои полномочия на основе контракта, говорится в пояснительной записке. Автор инициативы отмечает, что указанные должностные лица необоснованно не учтены среди лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации.